Приветствую всех! Сегодня мы продолжаем проходить игру Reckless Getaway, и у нас на очереди новая глава, которая называется Hot Haste. В переводе с английского это означает «горячая кража». Не знаю, насколько она горячая будет, сейчас мы посмотрим, хотя, судя по местности, она действительно будет горячая. Мы сейчас находимся в пустыне, где-нибудь в юго-западных штатах США. До того у нас были миссии, которые были в таких более умеренных широтах. Ну а сейчас такое вот новое место расположения. Видимо, у нас новое турне по банкам, где мы сейчас оказались в пустыне. Давно не делал видеообзор касательно прохождения данной игры. Никак мне не удавалось записать видео, делать сразу несколько и зомби против растений и эту игру снимать. Но я думаю, что сейчас буду стараться, во всяком случае, делать это все регулярно. Мы сейчас пока удачно уходим от погони. Хотя местность довольно-таки сложная, я бы сказал. Тут обрывов еще стало больше. Каких-то разветвлений дорог тоже стало больше, препятствий. Вот, к примеру, как сейчас. Мы сейчас съезжаем с дороги, попадаем в какое-то типа как водохранилище, даже не знаю, дамба, что-то такое. Мы сейчас ускорились для того, чтобы оторваться от полиции. И ускоряемся еще раз. В принципе, карта очень интересная. Подобрали монеты. И закончили данную миссию. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.